Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А для любителей криптовалюты хочу поделиться таким экраном altcoin.pf. Так вот он называется. Здесь очень много криптовалюты. Я насчитала 19 штук. Вот это будет 20-я, она в процессе какая-то. Интервал сбора 5 минут. Значит, биткоин, доги, литоши, так, здесь на Faucet Hub вывод мгновенный. А есть вот эти, как я вот стратис собираю, он вручную как бы, да. А на них минималка стоит, если на основной кошелек будете, как бы там есть минимальная сумма, сколько нужно, а на Faucet Hub там минимальной суммы нету, чтобы как бы ставить на вывод. Собрал, вывел, собрал, вывел. Это уже кто как хочет, по желанию. Значит, что здесь? Регистрация здесь простейшая, я на ней зацикливаться не буду. Единственное, нужно зайти на почту и подтвердить электронный адрес. Так как вывод, если вы захотите, вот как я, например, вот собираю стратис монету, я подтверждала вывод на почту. Заходила, нажимала на ссылочку и подтверждала вывод. Так, кран платит. Вот что самое главное, я хочу вам показать выплату. Значит, я как здесь собирать? Давайте так, сейчас я вам сначала покажу, как собирать криптомонету. Я покажу вам на стратис. Как я сказала, интервал 5 минут. Но здесь минус в том, что... Вот мне выскакивает письмо, сейчас я вам его покажу потом. Минус в том, что вы не сможете сразу, вот нажимаем claim, сразу как бы собирать монету по очереди, нужно ждать именно 5 минут, чтобы собрать, например, следующую криптовалюту. Так. Вот моя капча. Так, нажимаем. Вот такая капча простая. И раз в 5 минут. Вот я ее сейчас соберу. И по такой же схеме, вот, видите, мне 8421 монета выпала. И у меня, вот, например, я его вывожу на биржу, вот этот, как бы, монету вручную, и жду какое-то время. Да, надо, чтобы, как бы, там подтверждение, и все так. Вот, у меня пошел внизу отсчет времени 5 минут. И чтобы собрать следующую криптовалюту, если я захочу, мне нужно подождать вот этих 5 минут. Сразу я не смогу собирать остальные криптовалюты, но я их и не собираю. Значит, вот это я вам показала, как собирать таким же способом и все криптовалюты. Значит, вот это главная страница. Вот здесь, смотрите, Faucet, Bitcoin, Doge, Litosh, Podcoin, Blackcoin. И здесь вот нажимаю остальная криптовалюта у нас. Вот Faucet, видите, сколько ее здесь? Вот это мне вот интересно, когда же она это самое выйдет? Ее запустят. Так, далее. Здесь вот так. Майнер. Можно майнить ее. Я этим не занимаюсь, потому что будет нагрузка, я думаю, на компьютер. Мне это не надо. Кому интересно, уже сами посмотрите. Игры. В игры я тоже не играю. Как бы мне это не интересно. Tolls. Это здесь обмен. Можно обменивать криптовалюту. Я здесь уже давно зарегистрировалась, и как-то я про нее забыла. Вот. Про, ну, как бы, вот, например, PVX я вчера собирала. Ну и на что ее менять? Не буду я пока ничего трогать. Ладно, Tolls. Здесь вот этот обменник. Вот это.
криптоконвертер. Вот. Ага, здесь цена стоит. Так, далее. Здесь реферальная программа у нас. Будет находиться баннеры и партнерская ссылочка. Кому интересно, я свою ссылочку оставлю под видео. Такое вышло окошко баннеры. Так, здесь Виндрав. Это вывод у нас. Вот что синеньким, это у меня кошельки уже записано. А серые я еще не вбивала. Кошельки, они мне не надо, так как я собираю одну монету. Вот у меня по нулям был баланс, потому что я уже на ночь выводила. Я вам сейчас все покажу. Так, нажимаете сюда Виндрав, и можно будет выводить. Вас перебросить на страничку. Так, и депозит. Депозит нам не надо. Так как мы будем собирать. Вот. Если кто заходит. Это уже кому надо. Так, далее, что у нас здесь идет? Смотрите. Значит, сеттинг. Вот это. Нажимаю сеттинг. Значит, и здесь ваши данные, пароль поменять. И смотрите, вот здесь сеттинг, вбиваете свои кошельки. Кто будет на Faucet Hub выводить, нужно привязанные кошельки к Faucet Hub. Вот. Тут у меня с биржи вот этих два забито. На биржу выводит, потому что я сначала минималку набрала, вывела. А потом уже начала, выводить, уже собирать и выводить конкретно. Здесь ФАУ, вопросы-ответы. Здесь языки, кому какой нужен. Так. Далее, смотрите, профиль. Теперь будем по выводу. Как я уже сказала, вот это идет тут мои сборы. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Последних 5 сборов. Я здесь вчера, конечно, поработала на ура. Первый мой вывод. 22 419 монеток мне пришло. Но я насобирала больше, потому что минималка 30 тысяч. И берет на мою монету, берет комиссию 10 тысяч уходит. Вот. И последний раз, я уже ближе к ночи выводила, уже наклюкала 113 365. Согласитесь, это нормально. Притом не напрягаясь, я здесь не хочу сказать, что я ровно в каждые 5 минут здесь уже клюкала. Далее, как я сказала, на основной кошелек приходит подтверждение на почту. Подтвердите вывод, и тогда вам высветится окошко, то, что ваша заявка принята, и поля. Так, значит, после того, как ваши денежки пойдут уже на полпути, на вывод, уже должны поступить на кошелек, вам придет письмо вот такое, смотрите. Так. Ага, вот это, наверное, сейчас посмотрим. Сейчас страничка загрузится. Ага, и вот мне, вот мои транзакции, первая моя транзакция и вторая моя транзакция, я их не удаляла. Хелло, что Виндрав уже на полпути идет. Вот я, смотрите, полная сумма моя здесь видна, 32 419. Вот это я проверяла на вывод. И здесь 123 тысячи, 300, 10 тысяч, да, они снимают. Вот такое письмо будет приходить вам, смотря куда вы выводить будете. Так, далее, давайте перейдем на почту, теперь покажу свой вывод. Значит, я выводила на биржу LeviCoin, 22 419 страт.
И вот это вот новый входящий платеж тоже Stratis 113 365 исполнен. Денежка мне пришла. Вот на такую биржу я вывожу. Сейчас страничка загрузится. Вот такая вот биржа. Здесь можно и купить, и продать все, что угодно. Вот, нажимаем на мой баланс. И у меня где-то есть на канале видео по этой бирже. Так, баланс. И там все мои монетки, которые я собираю. Здесь можно переводить криптовалюту, менять на USD, евро, рубли. Вот. И вот тут моя криптомонета, как бы она, что собираю здесь уже сразу. Вот. И вот мой Stratis. Вот у меня на данный момент уже этого Stratis 0.04 монеты. Где брать кошелек? А вот здесь нажимаете пополнение, пополнить. И вам генерируется тут же адрес кошелька. Нажимаете копировать. Адрес скопирован. И так любую криптовалюту. Ее здесь очень-очень много. Ссылочку я оставлю под видео на биржу. Может, кого-то и заинтересует. Биржа очень проста в обращении, как я называю, для чайников. Ну, здесь реферальная программа, здесь история, мои ордера, тарифы, обменные пункты. Это все можно посмотреть и почитать. Вот такой вот кран. Кому интересно, присоединяйтесь. Можно криптовалюту выбрать на любой вкус. Кто что собирает. Кто на Faucet Hub Bitcoin. Кто просто на кошелек. Здесь вот видите, ее здесь очень... Я Monero пробовала собирать. Но там очень большой порог выплаты. Я не люблю такие сильно большие накопительные краны. Вот здесь, конечно, 4 раза клюкнул за 20 минут. И минималка собрана. Вот. 30 тысяч по 8 тысяч, да? Вот. Ну, а там уже сами посмотрите, как и что. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков, хороших сборов. Удачи, пока-пока.